Екатерина Березовая, ваш выход! Спасибо, Александр Худобаш. Давай поговорим. Поздравляю тебя, во-первых, с победой. Первая твоя победа на профессиональном ринге. Обратила внимание, что ты даже ни разу не присел между раундами. Что, так легко бой для тебя проходил? Ну, это не то, что легко бой проходил, это просто для себя я в детстве вырвал установку, что я не буду садиться, и, возможно, я буду чуть-чуть сильнее остальных. Вот, ну, вроде бы, пока работает. Вот, еще хочу сказать спасибо всем, кто пришел сегодня меня поддерживать. Огромное спасибо, во-первых, моему тренеру, который в меня верит, моих родителей, моего брата. Все в меня верят, я думаю, у меня все получится, дай бог. Всем еще раз спасибо большое. Давайте еще раз аплодисменты, друзья. Екатерина, ваш выход. Захар, не уходи, пожалуйста, давай пообщаемся с тобой. Зрители ждут. Ты представитель известной боксерской фамилии. Александр Бахтин, чемпион мира по боксу. Кем тебе приходится? Приходится отцом. В первую очередь, конечно, хотел бы сказать всем спасибо, кто пришел. Мои фанаты, мои близкие. Всем большое спасибо, что посетили данное мероприятие. А отец, как он, как для меня? Ну, тот, на кого нужно равняться. И, собственно, я это и делаю. Всем спасибо. Буду дальше радовать вас красивым боксом. Всем спасибо. Захар, у тебя отличный пример, а эти аплодисменты для тебя еще раз с победой. Ну, а я напоминаю нашим телезрителям, что основной карт начинается в 23:15 на телеканале РЕН-ТВ, и вы увидите три суперпоединка. В главном бою вечера встречаются Алексей Папин и Айзек Чилемба. На кону стоит титул WBA Азия. Ну и, конечно же, главный бой вечера – это битва тяжеловесов Вячеслав Дацик и Шон Тернер. Кто же из них заберет кубок бойцовского? Илья, давай пообщаемся с тобой. Ну вот я только что смотрела, когда вам еще не поднимали руки, было такое чувство, что ты был полностью уверен в своей победе. Это так? Да, я считал, что 3 раунда минимум я выиграл. Пускай не все классно прошло, как хотелось бы, но был почище, поточнее. Ну, поединок действительно шикарный получился. А что там, говоришь, почище, поточнее было? Что не так пошло? Ну, чуть-чуть не чувствовал свою дистанцию, где-то кидался, ненужные действия совершал, которые мог бы избежать. Но в любом случае получился потрясающий поединок. Поздравляем тебя с этой победой. И эти аплодисменты для тебя заслужены. Александр, благодарю. Виталий, подходи ко мне, поздравляю тебя с победой. Слышишь, как поддерживает тебя наша публика. Дебют состоялся у тебя в профессиональном боксе. Ну, давай сравним с любительским рингом, профессиональный. В чем разница? Почувствовал ее? А я уже боксировал по профессионалу. Вот я сейчас неделю назад бой на Кубке Победы принес первые очко в команду Тулы. И я хочу пожелать себе, своей команде, чтобы мы в этом году стали чемпионами и доказали, что Центральный федеральный округ, Московская область, самое лучшее, самое сильное. Ну давайте еще раз поддержим. Виталий, аплодисменты, это для тебя. Я сам из города Калининград, но Балашиха для меня уже как второй родной дом. Ну, не второй, а родной дом стал. У меня здесь семья, у меня здесь друзья, у меня здесь тренер, все мои родные и близкие. Такие хорошие фанаты здесь, со всей Московской области, со всей Москвы. Вся Россия, спасибо. И так как я из города Калининград, я бы хотел поздравить друга нашей семьи, Павла. У его сына сегодня день рождения. И я знаю, что он здесь на трибунах пришел поддерживать меня. 39-й регион, самый сильный. Калининград, вперед! Мощный, мощный парень. Молодец. Ну, а я сейчас обращаюсь к нашей интернет-аудитории, и я напоминаю, что основной карт турнира начинается в 23:15 на телеканале РЕН-ТВ. Это будет 3 поединка, и открывает карт Роман Андреев против американца Террелла Бостика. В главном бою вечера за титул чемпиона WBA Азия сразятся Алексей Папин и Айзек Чилемба. Ну и главный бой вечера. В ринг после длительного перерыва возвращается звезда бойцовского клуба РЕН-ТВ Вячеслав Дацик. И его оппонентом станет Шон Тернер. Кто же из них заберет домой кубок бойцовского клуба РЕН-ТВ? Екатерина, вам слово. Костя, мы тебя поздравляем с победой. Это было красиво.
Костя, мы тебя поздравляем с победой. Давай прямо сейчас по горячим следам, как для тебя прошел этот поединок? Доволен, как все прошло? Ну, главное, без травм. Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня. Мою жену, спасибо большое, что приехала со мной. Всем зрителям, Россия, вперед! Ну и что, у тебя разве не давила ответственность, что близкий человек наблюдал за твоим поединком? Многие наоборот просят, чтобы жены не приходили на бои. Волнение есть. Уже с опытом более оно утихает, выступая на значительных соревнованиях, как чемпионат мира, чемпионат Европы. Поэтому все с опытом приходит, так что главное не нервничать. Но мы тебя с твоим сальто запомнили, это точно. Давайте еще раз поаплодируем Константину. Екатерина Березовая, вам слово. Ну что за шикарный поединок, ребята, вы только что показали. Давайте пообщаемся с вами обоими. Володя, вставай, пожалуйста, сюда. Ну давайте, ваши впечатления от противостояния, Игорь. Всем добрый вечер. Мои противостояния в сегодняшнем вечере вообще просто превосходные. Я до сих пор не понимаю, где я нахожусь. Хочу передать привет моей супруге, моим детям. У меня недавно родился сын, и я очень этому рад. И, конечно же, рад находиться здесь. И когда они смотрят на меня, это хороший пример. Будьте добрее своим детям и своим женам. Володя, ну неудобный был для тебя соперник, это так? Ну, мы с Игорем уже не раз боксировали. Очень хороший соперник, достойный. А где вы боксировали, расскажи. Бой. На чемпионатах России мы с тобой боксировали. На Кубке России, на еще России, не только. Много... Ну и кто одерживал победу? Да. Володя, говорят, одерживал победу, так? Очень. Ты красавчик, Игорек, спасибо тебе большое, ты достойный реально соперник. Вот, ребят, всем большое спасибо, кто меня поддерживал. Моим секундантам, тренерам большое спасибо. Моей семье, которая пришла поддержать меня. Я вас люблю, спасибо, что вы всегда со мной. Ну, друзья, вот за это мы и любим бокс. Шикарный поединок, давайте еще раз аплодисменты. Ирина Березовая, ваш выход. Игорь, давай пообщаемся, поздравляем тебя с победой, прекрасный дебют. Ну вот удалось тебе прочувствовать профессиональный ринг, поделись с нами. Ну, если честно, я боксировал до этого боя, еще боев, может, 5 провел по такому формату, 4 раунда. Для меня комфортная дистанция, те же самые, как и 3 раунда, но на раунд больше нужно добавлять, и это очень такая игра идет уже, когда в 4-м раунде. Кто кого передышит, кто кого переиграет. Сколько бы еще раундов ты простоял? Ну, слушайте, я на тренировке стою по 10, там, 12 раундов. Я думаю, без такого темпа, даже если в таком темпе боксировать, даже если 12 раундов, я думаю, без проблем. Великолепный бой. Давайте еще раз поддержим аплодисментами. Аплодисменты победителю. Друзья, мы только что с вами посмотрели предварительные поединки. Впереди у нас главный карт, который начинается в 23:15 на телеканале РЕН-ТВ. Особое внимание уделяем все главному поединку, потому что там на кону стоит титул WBA Азия. Его разыграет между собой Алексей Папин и Айзек Чилемба. Ну и, конечно же, главный бой вечера – это битва тяжеловесов. Вячеслав Дацик возвращается в ринг, и против него выйдет Шон Тернер. Кто же из них заберет домой кубок бойцовского клуба РЕН-ТВ, узнаем совсем скоро. В 23:15 наблюдаем за красивым боксом на РЕН-ТВ.